Ты тут, Кидман? Да куда же я денусь? Что случилось? Я не могу поверить, что Лили до сих пор жива. Пожар. Лили не погибла в пожаре. Теперь ты это знаешь. У меня это в голове не укладывается. Столько лет я жил словно в кошмарном сне. Почему они забрали ее? На свете так много маленьких девочек. Почему они выбрали мою? Я не могу ответить на этот вопрос. Мёбиус забрал Лили до того, как я пришла к ним. Я знаю, ты не веришь в совпадение. Но, может, ты видишь то, что хочешь увидеть? Некоторые преступления просто происходят. Для них нет причин. Просто не тот человек оказался не в то время, не в том месте. Нет. Я в это отказываюсь верить. Короче, тебе следует стереть все воспоминания о пожаре. Ты не виноват, что так случилось. И Лили вовсе не погибла в огне. Постарайся не забывать об этом. Спасибо, киса. Опять эта тварь. Thank you.
не могу с этим справиться, я не могу. Нужно успокоиться, а то она услышит. Из Юниона можно выбраться только на поезде. Почему он не едет? Куда все подевались? Что это? О, Боже, нет! Блин!
добраться до припасов, когда... Черт! Как добраться до припасов, когда у каждой заначки кишат эти твари? Это должно помочь. Теперь вы отсюда не выберетесь. Джейн, это Райан, ответь. Мне удалось запереть толпу тварей в помещении под автомастерской. Иду к туристическому центру. Джейн, ты слышишь? Черт! Тут в подвале есть какие-то припасы? Нужно спуститься вниз. Новый сигнал. Джеймс, где тебя черти носят? Туй к туристическому центру. Ты мне не поверишь. Туристический центр. А это что? Какой-то шифр? Thank you.
Что это? Мне эта штука нужнее, чем тебе. Thank you.
Эти детали подойдут к сломанной снайперской винтовке. Thank you.
Сразу становится легче. Вы не можете надолго расстаться со мной, да? В моем кабинете располагается...
В осторожности нет ничего плохого. Но нельзя избегать боя бесконечно. Возможно, стоит подумать об улучшении своих боевых навыков. Это что, для меня?
узнаю этот стиль. Снова он. Повезло, Райан. И камеры, снимающие останки жертвы. Еще один коммуникатор. Наверное, Райана. Эти тоже из Мёбиуса. У них может быть что-нибудь полезное. Черт, куда он делся? Это слишком. Даже для этого мира. Убежище Анила вот здесь. Пойду, что ли, расскажу ему последние новости лично. Ты нашел их? Они мертвы. Но судя по тому, что я видел, без них будет безопасней. Они собирались убить здесь всех и каждого. А, ситуация Альфа-1. Не самая плохая идея, должен сказать. Но ты даешь, Анил. Ты просто нечто. Я просто реалист. Всех спасти нельзя. Это невозможно. Не зря придуманы экстремальные протоколы. Если бы они не создали эту дурацкую машину, никаких протоколов бы не понадобилось. Возможно. Но посмотри, что они сделали. Это же невероятно. Да ты просто образец корпоративной этики. Надеюсь, тебе воздастся за твою лояльность. Потому что пока компании насрать на тебя. В смысле? Они же тебя сюда прислали, нет? Прости, я не хотел тебя разозлить. Вот, сделал для тебя еще немного. В качестве благодарности.